Продавцы утверждают, что вот этот полироль-очиститель пластика отличается тем, что не собирает потом на себе пыль, то есть как бы пыль к нему не особо липнет. Я решил проверить это все на подметальщике Керхер, куда уж, грубо говоря, более экстремальные условия для проверки этого тезиса. Он работает в пыли, он пыль собирает и пыль поднимает. Я, кстати, его недавно обслуживал, на канале есть видео. Хочется сейчас натереть этим полиролем-очистителем, посмотреть, как будет выглядеть моя машина, затем подмести двор и посмотреть, сколько пыли на себя соберет Керхер. Сильно не натираем, по сути, наносим пену и просто ее убираем потом. Там, ну, не надраиваю, так скажем. Нанес, стер, все. Я сегодня без помощника буду одной рукой снимать, другой натирать. Да, в общем-то, это и смотреть неинтересно. Давайте лучше уже посмотрим на результат. Ну что ж, внешний вид, конечно, да, он стал свеженьким, как новенький практически. 6-летний Керхер, как новенький стал. Ну а теперь пошли гонять. Поехали. Поблажек мы ему не даем. Обратите внимание, настоящая пыль, все по-честному. Ну что, мы собрали полный бокс пыли. Вот как он выглядит. Ну, припылился. Но я вам скажу, по-моему, он припылился не больше, чем это происходит обычно. Давайте посмотрим. Она не прилипла. Она абсолютно не прилипает, она даже сдувается. Вот лежит пыль. Все. Нет пыли. Нормальный полироль. Нормальный полироль. Я буду продолжать его использовать. И советую вам. Вот такой. Очень недорогой, кстати.